конечно, нужно рассказать, а что же... Вот тут еще замечательно Дарья пишет. У меня личное ощущение от семьи Рерихов такое, что жена – ветер, наполняющий парус. Ветру не прикажешь, дуть или не дуть, но без единства не будет успешного союза. Ветру нужна мудрость. Он может так разбить ладью и перевести ее на новое место. Согласна. Анна пишет. Рерих понимал, что рядом с ним не просто женщина, а необыкновенно мудрый человек. Конечно. Ольга, золотые слова мудрого мужчины. Значит, действительно, девочки и мальчики, все, кто тут собрались, совершенно замечательно нам вот эта вот история, этот фрагмент из жизни Рерихов показывает, что он настолько же великий художник, как и великий мужчина, как и великий любящий муж, который понял в одну секунду, вот ей было одного разговора, она его не пилила годами, что, так сказать, не надоело, ради бога. Она один раз с ним поговорила, этого оказалось достаточно, чтобы он осознал, что их жизнь не строится только на его мужских заслугах, что ей тоже нужно реализовываться. Вот теперь самое время поговорить о том, к чему склонялась Елена Ивановна, о чем она думала, и что, и почему произошли все те изменения в жизни Рерихов, которые произошли. Значит, вот эта вот картина, которая будет стоять, называется «Ступени Гималаев». Они находятся в частной коллекции в Нью-Йорке, эта картина. Теперь вернемся к Елене Ивановне. Значит, кто из вас знает, кто такая женщина, фамилия которая Блаватская? Кто такая Блаватская, чем она знаменита? И потому что без понимания, кто такая Блаватская, нельзя объяснить то, что дальше происходило с Рерихами. Потому что история Блаватской и того, что она сделала, и ее личности, и ее находок, так сказать, уникальных, которые эта женщина смогла сделать, все это напрямую завязано с дальнейшей судьбой Рериха. Кто из вас знает, кто такая Блаватская, пишите честно. Кто не знает, тому расскажу. Елена Блаватская, вот Оксаночка отвечает, медиум, философ, совершенно точно. Елена Блаватская, это была женщина, которая родилась здесь, на наших терренах. Это женщина, которая очень рано почувствовала в себе, да, Наташенька, точно, Блаватская философ, что у нее есть способности, которые сегодня имеют слово, а тогда оно называлось другим словом. Она очень рано осознала себя в качестве медиума. Сегодня мы можем сказать, что у нее были, безусловно, таланты ясновидящие, и она была абсолютно женщиной, у которой были многочисленные такие возможности, которых у обычных людей не было. Ну, например, она говорила, что ночью к ней приходят махатмы и с ней разговаривают. Махатмы – это такие индийские мудрецы и старшины родов, очень знатные, великие философы, которые управляют индийским народом. И эти махатмы разговаривали с Еленой Блаватской о судьбах мира, о том, что вообще происходит на свете,
о том, куда ей идти, куда ей ехать, где ей находиться, что ей делать и так далее. Она была как бы в таком духовном, очень близком контакте с махатмами. Значит, Елена Блаватская отправляется за границу. Она живет в разных странах, и европейских, и живет в Америке. И она издает двухтомник, который называется «Тайное знание». Елена Блаватская – это человек, который очень много чего может, вот как бы сама по себе она, как я уже сказала, медиум, ясновидящая. И многие вещи у нее есть дар пророческий. И Елена Блаватская обладает такой способностью, очень одновременно, значит, вот когда она чем-то занимается, одновременно делать 10 дел. Ну, например, она принимает у себя в гостях каких-то людей, одновременно она пишет письма в стихах, не отрывая, значит, у нее стихотворное льется письмо. Одновременно она, значит, может рисовать, она еще обладала даром художника, она рисует картины. То есть все делается одновременно. И Елена Блаватская вот в своей философии, она очень опередила современную философию, но в чем-то, так сказать, к ней приписывались все те негативные философские течения, которые существуют или существовали во время Второй мировой войны, потому что у нее была такая теория, что на Земле на протяжении, значит, всей жизни Земли жила 7 раз. И, значит, на этой почве, значит, гитлеровцы решили взять вот эти вот эту идею разных рас для своей расовой теории. Но это не является правдой, потому что Блаватская имела в виду совершенно другое. Она говорит о том, что на Земле живут, ну, главная идея Блаватской состоит в том, что на Земле живут люди, которые исповедуют, скажем, религию, культуру совершенно разные, буддизм, ислам, христианство, а по сути дела это все на одну и ту же тему. Все это о милосердии, о снисхождении, о том, что надо творить добро и так далее, и так далее. Вот это главные постулаты Блаватской. Вот этими идеями была очень сильно взволнована и сильно проймалась, мы можем так сказать, наша Елена Ивановна Рерих. То есть ей идеи Блаватской были абсолютно вот по душе. И она начинает писать книгу, которая называется «Живая этика». Или по-другому эта книга называется «Агни-йога». Что имеется в виду? Вот в живую этику входят все те идеи, которые были и у Елены Ивановны Рерих, и у Блаватской. Идеи вот какие, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца. И жизнь человека, каждого человека, индивидуума, точно такая же, как жизнь Вселенной. И что каждый человек, который приходит в этот мир, согласно буддийской теории, во время множества реинкарнаций, принимая разный образ, осуществляет себя в виде разных образов по высшей своей карме. Вот идея кармы, идея реинкарнации, идея возрождения и упадка, идея того, что, так сказать, человек, он так же, как Вселенная, бессмертен, только это бессмертие нужно заслужить. Вот это все было для Елены Ивановны абсолютно животрепещущей темой, которую она почерпнула
у Блаватской, у нее тоже были видения, ей тоже виделось, что к ней приходит Махатма, который ее поучает, как жить и куда жить. И она предлагает своему мужу отправиться в экспедицию на Тибет. А в Северном Тибете какая страна находится, согласно тому, что я говорила в начале нашей беседы? Страна, куда мечтали попасть рерихи, страна, которую им казалось, что вот это идеальное место жизни и идеальное место для духовного человека, она называется Шамбала, эта страна.